Ваш вечный кошмар – ремонт. Жыхары пятиповерховки по проспекте Октябра 73 у Гомеле бьют тревогу. Работы почаліся яшчэ вясной, повинны были скончиться летом. Уже в осень, а финал так и не наступил. Хутка початок оцепляльного сезону, а новое обсталяванне до гэтага часу не установлено. Ці есть для людей погроза змерзнуть, доведалася Ирина Драбышевская. Чым ніжэй на вуліцы тэмпература, тым вышэй падскоквае ціск, скардзіцца сям'я Марусавых. За капрамонту ў доме летам прыйшлося ўжо перажыць патоп. Цяпер жыхары баяцца перспектывы замёрзнуць з надыходам халадоў. Мы очень волнуемся. Вот график у нас. Уже капремонт должен закончиться, а у нас ещё, извините, и конца, и края нет. Мы не хотим с собой, значит, рисковать нашим здоровьем. У нас есть дети, у нас есть внуки, нам есть для кого жить. Кожный день мясцовый жыхар Владимир Марусов спускается у подвал проверить становище. Вось, дагэтуль, кажа, перспективы незразумелые, хоть ремонт обяцали скончить еще месяц тому. Срезано отопление и не подключено. Пенсіянеры забілі трывогу, калі падчас рамонту нечакана пачаўся патоп. Сталі тэлефанаваць і пісаць ва ўсе інстанцыі. Да місіі па выратаванні дома падключыліся і іншыя суседзі. Я на прямую лінію звонила в июні месяцы Кириченко. Мы с ним разговаривали целых 20 минут. Значит, он услышал тяжбу нашу и сказал, значит, будем решать этот вопрос. После зворота до мэра процесс пошел, кажут измученные жыхары. Сюды скликали комиссию, привезли обсталявание. На даху ремонт иде, а вось с батареями и иншими позициями будовли. Ситуация неведомая. Значит, работы крышу должны делать. Они должны делать канализацию в подъезда, ну, в квартирах, холодную горячую воду, это газ, отопление, типа батареи, но тут тоже стоит большой вопрос, будут менять батареи или не будут. Будаўнікі ж запэўніваюць, усё будзе. И батареи заменять, и канализацию. Трэба крыху терпения. До конца верасня вынік, кажуць, будзе бачны. Людям не стоит волноваться по поводу отопления. То есть там идет полностью замена системы отопления в квартирах у жильцов, поэтому в отопительный период войдут с новыми приборами отопления, никто не замерзнет. Батареи в квартире? Да, замена батареи предусмотрена проектом в каждой квартире. В конце сентября ремонт у них закончится. Прогнозы синоптиков покуль не радуют. На днях обещают заморозки. Так что жыхары дома на усилякий выпадок рыхтуют теплые речи. Обещания ж будаўнікоў больше позитивные. А вось их докладность покажет час. Ирина Драбышевская, Александр Чернышевич, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».